Сначала занялась одна из надворных построек, затем пламя перекинулось на жилой дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили останки 4 человек – мужчины, женщины и 2 детей – 9 и 11 лет. Возбуждено уголовное дело причинение смерти по неосторожности. Впрочем, следователи не исключают и поджог. Не всегда на поверхности бывают те конфликты, ссоры, какие-то мотивы, которые могли бы послужить причиной расправиться в том числе столь жестоким общественно опасным способом. И по этой причине будут проверяться в том числе взаимоотношения погибшего мужчины в коллективе, на работе. Чтобы быстрее выяснить все обстоятельства, расследованием уголовного дела занимается целая следственная группа. В нее вошли наиболее опытные сотрудники. Проводится пожаротехническая экспертиза. Для лабораторного анализа изъяты фрагменты электропроводки. Одной из задач следствия является установить, кто являлся собственником данного жилого помещения, кто отвечал за надлежащую работу всех электроприборов, исправность электропроводки в доме. Когда последний раз дом посещали представители электроснабжающей организации? Следствие установило, семья характеризовалась исключительно с положительной стороны. Супруги не злоупотребляли спиртным, хозяйство держали в полном порядке и не конфликтовали с соседями. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.